Здорово, ребят. Всем привет, ребята. Меня зовут Илья. И сегодня вы свое новое голосование за моба, которое мы можем голосовать. Это у нас три моба, которые успели монстрики придумать. Нет, не настоящий, который в Майнкрафте, а реальной жизни. Существует уже в Майнкрафте. Не знаю почему. Но начнем с первого трейлера. Погнали. Если что, я не могу привести на английский. Поэтому я посмотрел канал Nerfkin Life. Посмотрите сами стрелял. А вы скажите мне. Вы уверены, что это самый быстрый путь до Minecraft Life? Я уверен, это точно кратчайший путь. Может, нас ждут приключения, и мы найдем новых мобов по пути. Но у нас еще много дел перед Minecraft Life. Например, голосование за мобов. Поэтому мы воспользуемся моим супер-секретным коротким путем. Мы будем там в мгновение ока. Я должен сделать небольшое признание. Скажи мне, что мы не заблудились. Я ведь не взял с собой кепку с надписью «Потеряюсь в море». Это так типично для тебя, крошка Ву. Но мы не заблудились. Вместо этого мы отправляемся в приключения. Ура! Ну как вам трейл, ребята? Ну там... На трее появилось, что в Майнкрафте не будет появляться гигантский корабль, если мы построим. Ну, почему-то там написали. Я как бы это знаю. Едем, это для игроков. Чтобы знали, что в Майнкрафте что будет появляться и за что не будет появляться. Ну, долго не будем задерживаться. Вот. Посмотрим первый моб. Это краб. Погнали. Смотрите, на том пляже что-то есть. Быть может, это новый моб? Может, он поможет нам не потеряться? Мы не заблудились. Мы идем по моему суперсекретному маршруту. Посмотрим, кто первым доберется до Майнкрафт Лайв! Крошка Ву нашел краба, одного из новых мобов, который хочет стать частью Майнкрафта. Он обитает в мангровых болотах, подобных этому. Клешня краба очень полезна для игроков, которые любят строить. Да, потому что клешни краба позволяют игрокам размещать блоки на большом расстоянии. Это клешнява! Вперед на Майнкрафт Лайв! Ну как это вам моб краб? И сейчас мне понравился этот моб. Говорят, что краб может брать этот блок и может поставить на любой весь. Я так понял. Видимо, это будет полезно для игрока. И вдруг не полезно для игрока. Это моб должен обитать на мангровой болоте, так говорят монстрики. Если мы будем голосовать, то краб может тащить блоки. А еще говорят, что у него лапы могут отвалиться сам. Белый. Почему-то у краба почему-то маленькие лапы. А второй у краба большие лапы. Ну ладно, следующий моб. Погнали. Не припоминаю этого места. А ты уверен, что это кратчайший путь до Minecraft Life? Абсолютно, я докажу это. А? Это броненосец, один из мобов, который хочет стать частью Майнкрафта. Он обитает в теплых местах, например, в биоме саванны. Из броненосца выпадает чешуя, из которой можно изготовить броню для вашего волка. Это даст вашему любимому четвероногому другу дополнительную защиту от враждебных мобов. Я не заблудился, но не подскажете ли вы дорогу до Minecraft Life? Ну как вам это моб броненосец? Если честно, то сам мне понравилось. Ну там, говорит там броненосец, это грызун такой, который должен обитать на саванне из-за теплого места. Он может там спрятаться и притаиться, что это обычный блок. На самом деле, это броненосец будет. Если мы будем голосовать, то можно из него делать броню для собак из-за для волка.
Я потом скажу, за кого я буду голосовать. Ну, больше ничего броненосец не знаю я. Ну, давайте следующий моба посмотрим. Начинаем. Это последний моб, это пингвин. Погнали. Крошка Йенс, ты идешь? Нам лучше поторопиться, потому что я не хочу пропустить голосование. Будем надеяться, что новые мобы не будут враждебными. Что это было? Подождите, это пингвины. Смотрите, там даже есть детеныш. Пингвины живут в доме Каменистый берег, и они очень дружелюбны. Так что не пугайтесь, если они подойдут поздороваться. Пингвины немного неуклюжи на суше, но они великолепно плавают. Пингвины также могут помочь вашей лодке плыть быстрее, что мне сейчас очень пригодится. Извините, пингвинчики, как вы думаете, сможете ли вы мне помочь добраться до Майнкрафт Лайв вовремя, чтобы успеть на голосование за моба? Ну, как вам это моб пингвин? Надеюсь, вам, наверное, понравилось, если нет. 8. Ну, говорят, что пингвин находится под водой, там глубинник. О, глубоко. Короче, какая разница. Если хотите, чтобы был пингвин, вас встречать в Майнкрафте. И чтобы появилось биоме зимой, то голосуйте за пингвина. Но я не сказал, чтобы голосовать за пингвина. Вы можете выбирать любого моба, хотите, чтобы голосовать. Поэтому говорят, что пингвин поможет двигать лодку игрока, если игроки плавают на лодке. Это, наверное, круто. Но я больше не знаю. Будет обитать на зимой пингвины. Переходим в финальное видео. Поехали! Я же говорила, что мы отправимся на приключения. И мы нашли мобов, которые хотят стать частью Майнкрафта. Я встретила пингвина, который быстро плавает в воде, но немного неуклюж на суше. Они очень дружелюбны и помогли моей лодке плыть быстрее, чтобы я успела вовремя. Я встретил краба. Они живут в мангровых болотах, и их клешни помогают игрокам ставить блоки на большое расстояние. Подожди, а где же крошка Йенс? Мне не терпится рассказать всем о броненосце. Из его щитка можно изготовить специальную броню для вашего волка. Какой моб станет частью Майнкрафта? У вас будет 48 часов, чтобы отдать свой голос за краба, броненосца или пингвина, начиная с 13 октября в 19:00. Победитель будет объявлен на Майнкрафт Лайв 15 октября. Вот такие наши мобы голосования для Майнкрафта. Если вы не знаете, что такие за мобы, например, краб может тащить блок любой, броненосец, можно из него делать броню для собак. И за пингвин вам поможет плавать быстро на лодке, быстро. Если вы не знаете, как голосовать за моба, я вам покажу. Итак, ребята, чтобы голосовать за моба, нам нужен вот такой кнопка «Голосовать». Потом вы нажимаете «Моб голосовать», вы можете нажать «Играть» и «Голосовать». Потом там надпись, вы видите, «Ознакомиться, когда будет Майнкрафт Лайв» и так далее. Надеюсь, я, наверное, все вам показал. Больше вам не надо объяснять все. Ну что ж, ребята, а теперь я буду говорить, за какого я моба голосовать буду. Я буду голосовать за броненосец, потому что из него можно делать броню для собак. Или для волков, я не знаю. Ну ладно, ребята, я хочу уже наконец-таки закончить видео. Я уже устал, я хочу уже спать, уже ночь. Ну ладно, с вами я был Измалкин Илья. Всем пока. Всем спокойной ночи и всем пока.